Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» сообщает, что доведенное финансирование позволит этой осенью привести в порядок 22 участка автодорог и пешеходные зоны на 48 объектах. С учетом того, что сроки у подрядчиков сжаты и дорожно-строительный сезон длится до конца октября, дано поручение увеличить темпы ремонта. Сейчас идет озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта, выполненного по дорожному нацпроекту. С начала текущей недели специалисты МПС «Спецремстрой» «Зеленхоз» высаживают там липы. Всего заготовлено 94 саженца. Ежедневно планируют высаживать порядка 12 лип. На всех локациях будет работать система автополива, которая уже смонтирована. Срочную информацию для крутых парней и не менее крутых девчонок представляет администрация железнодорожного района. В Самарской области заработал чат-бот по вопросам трудоустройства в Росгвардию. Что умеет чат-бот? Конечно, отвечать на все интересующие вопросы о службе в подразделениях управления Росгвардии по Самарской области, а также в новых регионах Российской Федерации, об альтернативной службе, о поступлении в ведомственные вузы Росгвардии, а также на множество других вопросов. Если интересно, ссылка на экране. Мат-капитал можно потратить без остатка, напоминает телеграм-канал администрации Самарского района. Единовременную выплату можно оформить на портале госуслуг. Это возможно, если на счету мат-капитала осталось менее 10 тысяч рублей, и другие запланированные выплаты уже завершены. В карточках можно уточнить подробности.